Официальный сайт проекта www.vsgg.com. Официальный партнер проекта – компания AMD. Официальный партнер проекта – компания HP. Сегодня мы разбираем раунд на карте The Dust 2 от команды V-Made Fox. Игра против команды К23. Раунд очень интересный, но если бы не ошибки, то корейцы были бы шведами. Мы с вами до конца разберем этот раунд, чтобы иметь представление, как нужно провести его, чтобы было меньше ошибок и, конечно же, был отличный результат. Итак, начинаем. Причины этого раунда мы разбирать не будем, так как вы уже сами все поймете по ходу нашего урока. Расстановка на раунд стандартная 2-2-1. Два подходят под Б, два через десятку и один под коробкой. Но как мы видим, что два игрока очень быстро занимают парапет, но не до конца, а сразу на свои позиции при раскидке и поочередно просматривая зиг. Остальные тиммейты делают все стандартные вещи, аккуратно просматривают все точки на пути к раскидке. На этом, так сказать, дефолт команды заканчивается, и теперь время посмотреть, как же будет проходить сама раскидка и в чем заключается развод в раунде. Первым начинают кидать гранаты два игрока, которые играют через тэшку. Они откидывают СГ в ворота и ХЕ в зиг, чтобы отогнать игроков защиты, которые могли занимать эту точку уже в середине раунда. Далее кидают гранаты два игрока, которые занимали зиг. Два дыма отрезают хелпу с респа. Из 10 последний игрок откидывает 2 флеши в центр. То есть раунд рассчитан на выход в центр двух игроков, которые стягивают все внимание на себя, а 3 игрока проходят на парапет и выходят, так сказать, на пустой плен. Но теперь разберем ошибку двух игроков, которые выходят в центр. Сейчас вы еще раз видите, как идет раскидка гранат, и теперь они выходят в центр. Но их выход был очень быстрым, и дымы их тиммейтов еще не взорвались. Плюс они не ожидали, что будет подсадка в респе. Таким образом, они были расстреляны с респа, ну а три игрока все-таки вышли на плент и пытались уже разыграть раунд. По задумке, раунд был очень интересным и эффективным, но его исполнение от команды V-Made Fox было на ваших экранах. Теперь вы уже знаете, как нужно сыграть и впредь не совершать таких ошибок в игре, и успех не заставит себя ждать. Официальный сайт проекта www.vsgg.com. Официальный партнер проекта – компания AMD. Официальный партнер проекта – компания HP.